Уважаемые дамы и господа, всех приветствую. Приветствую, естественно, всех, кто смотрит нас онлайн. Приветствую тех, кто пришел сегодня в офис. Сегодня у нас, как и планировалось, очень интересный клубный день, посвященный той сложной рыночной ситуации, поведению в той ситуации, сложной достаточно рыночной, в состоянии неопределенности, которую сейчас достаточно давно уже поддерживает Федеральный резерв, в отношении обещания повышения процентных ставок, но так они, по сути, это особенно-то и не делают, и поэтому рынки находятся в некой такой состоянии неопределенности, и происходит ценовое блуждание, то ли, значит, вверх, то ли вниз, то ли куда. И вот ситуация непростая, и на прошлой неделе выступали первые лица Федрезерва, которые совершенно разнонаправленные вещи говорили. Одни говорили за то, что должна ставка быть повышена, и, скорее всего, будет повышена уже летом, может быть, на июньском заседании. Другие говорили о том, что надо пока подождать и, может быть, до осени все отложить. И как будет по факту, сказать очень трудно. Вот завтра будет Джанет Йеллен выступать, и, может, она как-то внесет хоть какую-то ясность. Ну, в общем-то, пока ситуация продолжает оставаться неопределенной и будет таковой еще некоторое время. Так вот, как в этой сложной рыночной ситуации себя вести, какую технологию, стратегию торговли избрать. Мы сегодня поговорим с вами обо всем об этом. И сегодня у нас здесь в офисе гость, наша замечательная, так сказать, гостья, которая у нас уже была на клубном дне в январе месяце, Анна Козырева. Она, здравствуйте. Да, она несколько раз занимала призовые места в конкурсе аналитиков, и ее торговля является очень успешной, ее обзоры являются очень успешными в плане прогнозирования и исполнения их. Поэтому я думаю, что сегодняшний наш разговор будет и не только интересен, но и полезен всем. Поэтому я передаю ей сейчас слово. Она расскажет о том, как она видит текущую, скажем, ситуацию на основных валютных парах, но на наиболее интересных, вот как ей сейчас кажется. И вот немножко расскажет, может быть, о том, как в этой ситуации, то есть какие она применяет технологии торговли, ну, немножко, скажем, может, без деталей, но, по крайней мере, какую вот тактику поведения вот в торговле она использует. Так что передаю слово Анне. Хорошо, а вы пишите, пожалуйста, кстати, в чате. Я вижу ваши плюсы, это означает традиционно, что все хорошо. Спасибо вам огромное за ваш отзыв. Если будут какие-то проблемы или будут, естественно, вопросы, задавайте, мы будем по ходу на них отвечать или, соответственно, в конце. Я вначале, если можно, одну минутку, хочу поблагодарить тех, кто придумал, и тех, кто делает тот конкурс, в котором я сейчас участвую. Потому что вы не представляете, насколько это интересное получилось приключение. Так, вначале я решила просто попробовать, а потом понравилось и читать, и писать. И когда ты смотришь другие взгляды, взгляды разных трейдеров, твоих коллег, разные подходы, кто-то с одной точки зрения, кто-то с другой, когда сама пишешь тоже, и свою торговлю упорядочиваешь, и что-то для себя начинаешь лучше понимать, когда пишешь. И когда тебе что-то пишут, какие-то отклики, замечания, тоже очень интересно. Поэтому я хочу от души поблагодарить и тех, кто придумал конкурс, и тех, кто его делает, и ту команду аналитиков Альпари, которые занимаются с нами, которые занимаются модерацией наших отчетов. В общем, всем большое спасибо. Просто сам процесс участия в этом конкурсе, он очень-очень интересный. Это интересный такой кусок жизни, можно сказать. Спасибо большое. А теперь можем... Да, по инструментам, да. Ну, давайте тогда перейдем уже к самой ситуации. Я сейчас вот сюда положить. Рабочий стол. Сейчас давайте посмотрим на то, что происходит на рынках, как, что отрисовывает график и какие могут быть в ближайшее время движения, какие у них могут быть цели, безусловно. На рынках, знаете как, я думаю, с чего можно начать? С такой общей картины, как... индексы, потому что во многом сейчас, на мой взгляд, движение многих инструментов рыночных определяет движение фондовых рынков. Алексей, можно вот я открою файл SP500? Yes. Да. Вот фондовые индексы сейчас находятся на... Вот здесь открыто SP500, еще покажу Dow Jones. Они находятся в таких верхних значениях, но... Рост этот сейчас, он такой очень опасный.
потому что некоторое искусственное поднимание, которое было в последнее время, вот это последнее раздувание фондового пузыря, оно вполне возможно может прекратиться, потому что те моменты, которые нас ожидают, это поднятие ставки ФРС США, оно может вызвать снижение стоимости фондовых активов. И поэтому... Вот, они могут вызвать снижение стоимости фондовых активов, и поэтому курсы и евро-доллара, и многих сырьевых валют, таких как австралийский доллар, новозеландский доллар, канадский доллар, они будут во многом определяться тем, что покажут нам фондовые индексы. Вот сейчас я хочу показать тот рост, который есть, почему стоит к нему очень осторожно относиться, и почему эти границы... Почему вот это превышение границ, которое есть сейчас, оно является немного опасным? Потому что оно происходит на объемах меньших, чем предыдущие пики. Вот был пик позапрошлого года, прошлого года. И сейчас вот мы повторяем максимумы, но на гораздо более низких объемах. Поэтому сейчас, естественно, покупать что-то опасно, и торговать в ту сторону, которая связана с ростом фондовых активов, тоже опасно. Покупать можно будет только тогда, когда будут на это фундаментальные предпосылки. А сейчас, вполне возможно, мы видим на фондовых рынках то, что называют броском дохлой кошки. То есть, вполне возможно, это те последние максимумы, после которых может наступить большой сел. Почему я это сейчас вначале говорю? Потому что многие торговые идеи, которые буду сейчас показывать, они как раз и связаны будут с тем, как поведут себя фондовые индексы. И, соответственно, будет реакция и евро-доллара, и многих других валют, инструментов, которые я хочу сейчас показать. Dow Jones, вот аналогично, покажу картину. Тоже идет обновление максимумов. Вот здесь внизу объемы, тоже идут обновление максимумов на снижающихся объемах. Здесь снова максимум больше, объема меньше. Если не будет что-то фундаментального такого, что развернуло бы рынки вверх, а поднятие ставки оно не должно их вверх развернуть, то, скорее всего, можно подыскивать торговые моменты на снижение фондовых активов и на соответствующее движение валют, которые будут связаны с этим снижением. Похожие картинки, разные индексы дают, но смысл один и тот же. Sell&Buy, NGOLEY, в принципе, эта картина у нас может возникнуть. А теперь вот можем начать рассматривать валюты. С евро-доллара тогда начнем, наверное, с любимого. Вот. Так, евро-доллар. Я начинаю всегда смотреть в разрезе month, потом спускаемся в более низкие таймфреймы. Вот евро-доллар нам последние месяцы показывал рост, вот, но текущая свеча последнего месяца, она, естественно, не закрыта. Мы не знаем, как еще закроется, но это попытка разворота вниз. Чем она закончится, пока мы не знаем, но вот мы видим сейчас уровень, относительно которого евро к доллару будет принимать решение, что же ему делать. Это 61,8% FIBA от крупного движения масштаба месяцев. И это попытка пойти ниже минимума предыдущего месяца. В моей торговой системе, если мы видим обновление максимума, ну, хоть локального даже, и такая вот медвежья свеча, если она еще и закроется ниже минимума месяца, то мы можем ожидать движения вниз. Но сейчас это всего-навсего попытка. Что дальше с ней будет? Посмотрим. В недельном масштабе мы видим поддержку, которую сейчас евро к доллару, прямо сегодня он пробует с ней определиться. То есть это был у нас недельный треугольник, вот такой. Он его пробивал вверх. Вот. Вполне возможно, что если вот эти уровни удержат евро к доллару и не состоится та попытка разворота, которая сейчас имеет место, он может пойти дальше вот сюда вверх, уже к 1.21. Если же вот эти поддержки не удержит пару, то тогда мы можем ожидать продолжения движения вот по масштабу вот такого крупного фрейма. В дневном таймфрейме тоже мы сейчас видим вот отработку вот этих поддержек. И здесь, в принципе, такая хорошая торговая ситуация. Вот была попытка покупки, можно было покупать выше максимума вчерашнего дня. Вот здесь по моей системе стартап можно взять. И дальше
можно остаток позиции держать либо вверх, либо если закроется вниз, дальше торговать вниз. Вот эта попытка разворота аналогичная, мы видели ее вниз в масштабе месяцев, здесь с точностью наоборот в масштабе дней. Это попытка укрепиться от этих поддержек. Почему я сейчас говорю про евро-доллар с технической точки зрения и не очень сильно рассуждаю про фундамент? Потому что для евро к доллару как бы вот эти факторы фундаментальные, они подчас противоположной стороны эту пару тянут. С одной стороны, вроде как, повышение ставки должно укрепить доллар относительно большинства валюты, евро вроде как вниз. А с другой стороны, евро при падении фондовых активов, оно растет как валюта фондирования. И этот факт мы тоже все уже наблюдали последние месяцы. Поэтому куда потянут евро? Какой из этих факторов окажется более важным? Вот я не сторонник гадать. Я считаю, что рынки, вот, графики, они нам показывают, что, в чем же заключается истинное мнение большинства участников рынка, либо самых крупных участников рынка. Потому что мы-то можем думать, что вот этот фактор важнее или тот, а на самом деле нам форма, размер свечей, их поведение относительно различных поддержек или сопротивления, оно и дает картину. Это, вот, скажем так, наверное, реальное отражение принципа Доу. Индексы учитывают все. То есть в цене уже, в торговых сигналах, которые мы увидим, будет заложено мнение рынка, какие из этих факторов окажутся более важными. Или роль евро как валюты фондирования, или же фактор роста доллара при укреплении ставки. Поэтому даже вот поднимут ставку, не поднимут, это вот к тому вопросу, что вот я считаю, даже не это важно, а важно то, как это оценит рынок и какой из этих факторов сыграет больше. Возможно, евро и останется в каком-то крупном боковике. Вот, поэтому по этой валюте я думаю, что здесь лучше исходить не из нашей оценки фундаментальных факторов, а из технических факторов. И пока, вот, пока такая ситуация продолжается, я бы сказала, что фрейм здесь для торговли этой валютой лучше брать дневной. Потому что именно в дневном таймфрейме можно как-то разумно зафиксировать первую прибыль. Ну, какую-то часть можно позиции оставить без убытки, попытки ее вырасти в недельной. Но вот сейчас пока наблюдаем, вот достаточно глубоко она ходит вверх и вниз, поэтому вот если так, ну, не рассматривать какую-то минутную торговлю, а вот не выше, чем дневной формат торговли по евро к доллару. А вот что может явиться сигналом, фактически, который приведет к движению либо вверх, либо вниз? То есть фактически, что вот в данном случае по дневному формату? Закрытие каких-то свечей ниже уровня или что? По моей системе? Да, конечно. Ну, по моей, я могу тогда в целом, может, немножко про систему сказать? В данном случае, для начала, конечно. В данном случае сегодня у меня стоял бай-стоп над максимумом вчерашнего дня. Вот. Почему? Потому что я видела вот эту поддержку. Во-первых, здесь 61,8 FIBA, это тот уровень, от которого евро любит хотя бы на сколько-то, но отскочить. Поэтому высокая вероятность. На этом же уровне находится вот эта недельная поддержка. Вот так. Да? То есть здесь получается такое пересечение поддержек дневного и недельного масштаба. Вот. И сформирован вот такой разворотный барчик с маленьким размером тела. В принципе, можно делать бай-стоп. Вот здесь вот, я не знаю, меня отработал сегодня тейк или нет. Я вот здесь ставил, нет, не отработал. Ну ладно. Я сегодня просто не следила за позицией. Ну, значит, сколько возьмем. Вот. Если дальше, может и дальше пойти, может и развернуться вниз. Сигналом для переворота по евро для меня будет закрепление ниже вот 61,8 FIBA, наверное. То есть пробитие и там, закрытие свечи. Наверное, дневной, да. В данном случае закрытие дневной свечи ниже его. Да. Тогда можно в меньших фреймах смотреть движение до следующего FIBA хотя бы. А если и месяц закроется ниже, вот как я показывала, если месяц закроется ниже минимума предыдущего месяца, это будет такая... где у меня тут крупнее? Вот. Это будет такая уже моделька поглощения вниз, и можно будет дальше торговать вниз. Но пока я думаю, что вряд ли вот 61,8 сразу так сдастся, может быть, несколько дней, и можно будет поторговать в лонг. Ну, так скажем. Ну, то есть вот критерий для меня, вверх идем, это вот пока не перекрыли это, вот так вот. Это евро к доллару. Для шортовой, да, ситуация? По дневному треку? По дневному? Нет, сегодня у меня лонговая ситуация. Только вот я просто не следила за позицией, поэтому вот я... В минут. Иногда бывает, вот когда подходит, у меня тейк стоял вот здесь. Когда подходит к тейку, иногда бывает, ну не жадничаешь, можно несколько пунктов отдать. Да, но просто когда не следишь, то, ну тут, ладно, значит, сегодня зато очень интересная у нас встреча.
она дороже, чем один ордер по евро к доллару, намного. Вот. То есть вполне возможно, если дальше пойдем, то потом посмотрим. Может быть, эта поддержка отработает в большом фрейме. А как вот в отношении длительного такого практически бескоррекционного движения, то есть не было ни одной глубокой коррекции на протяжении большой дистанции? Был перебит предыдущий вот минимум, этот? Да, вот такое движение. А почему? Не предполагается вот коррекция? Коррекция, то есть это чисто вверх? Технические коррекции. Ну вот, вверх. Нет, вверх-то я и говорю, что вот здесь 61,8 FIBA, в принципе, это тот уровень, от которого может быть коррекция вполне. Поэтому я и считаю, что сегодняшний лонг, он может и дальше вырасти. Не только вот то, что сейчас оно может еще несколько дней порасти. Хотя бы вот до сюда, до этих уровней. Или вот, в принципе, этот горизонтальный уровень, может и до сюда. Я просто к тому, что такая достаточно скользкая ситуация назревает. Если сейчас, допустим, будет рост, потому что уровень FIBA достигнут, то сейчас уже конец месяца, и месяц может закрыться выше минимума предыдущей свечи. Может, да. Вот, и тогда опять будет продолжение неопределенности. Да, вполне. Поэтому вот я и говорю, что вот эта валюта сейчас, евро к доллару, она не больше, чем в дневке ей торговать, иначе просто будет очень много оставаться. Я вот буду, если у меня закроется тейк, я буду часть вот этого ордера пытаться оставить на вдруг, если он вообще пойдет в рост. Вот. Как бы, а часть закрою вот на ближайшем. Это у меня вообще одна из, скажем так, один из компонентов торговой системы, к которой я в итоге пришла. Это к тому, что первый тейк брать на таком достаточно близком сопротивлении или поддержке, а потом уже тогда спокойно можно выдерживать какое-то большее расстояние. Потому что ты как бы взял половину или две трети, зафиксировал на самом ближнем, и дальше можно уже пытаться растить прибыль. Вот. Вопрос поступил. Как определить стремление участников рынка? Ну, вот уже сказали, по закрытию свечей, то есть по техническим таким критериям. Работа на дневном таймфрейме предполагает большой стоп-лосс. Спрашивают, вы торгуете на долгосроке с использованием отложенных ордеров? Ну, вот сейчас только сказали ответ на этот вопрос, да? Да, стоп-лосс действительно большой на дневке, но здесь вопрос размера позиции. Если вы торгуете, если вы, ну, нас слушают, наверное, в основном клиенты Альпари, и там есть возможность работы не, там, не 5, не 6 лотов, а меньшими лотами. Здесь просто, знаете, каждый выбирает для себя. Мне удобнее так, мне нравится дневной таймфрейм. Это вот как раз в процессе написания обзоров я пришла к этому. Поэтому если разбивать на небольшие лоты и делать диверсификацию по валютам, то в принципе размер одной позиции он будет не такой уж большой. Естественно, если кто-то торгует на Чикагской бирже, то там, естественно, да, надо иметь очень большой депозит, чтобы торговать в дневном фрейме. Но на Форексе, я считаю, торговать в дневном фрейме вполне можно. Просто вопрос размера позиции, потому что абсолютная величина стоп-лосса – это процент от вашего общего капитала. Вы можете просто взять меньший лот. Здесь, знаете, это дело вкуса таймфрейма. У каждого человека свои предпочтения. Каждый вот в процессе своей торговли приходит к тому, что ему больше нравится. Кому-то нравятся минуты. Мне вот нравится дневка. У каждого свое. Вот. Так, ну и еще я скажу, что часть моей системы – это то, что я стараюсь брать такие вещи, когда я знаю, когда перевороты. Поэтому даже если стоп-лосс возник, очень часто возникает обратный сигнал. Поэтому ты его хотя бы отобьешь. Дальше фунт. Стоп. Но стоп я ставлю вот сегодня, это под минимум вчерашнего дня. Нет, не всегда. Но вот в данном случае, в случае с евро, под минимум вчерашнего дня. Мы чуть позже поговорим про систему торговую. Сейчас пока. Ну, сейчас, только, может, по самим валютам, наверное, да тут конечно. Интересно. С чего-то начнем. Да. Так, фунт. Фунт очень интересная картина. Если вы помните, когда мы встречались в конце января, нам очень слабо верилось, что он вообще куда-то вверх пойдет. Помните, да, было такое большое сомнение. Вот. Мы рисовали вот эту волну Вульфа. Вот. И первую цель все-таки она взяла у нас. Вот. Первая цель есть. И сейчас, вот смотрите, видите, ситуация такая. Попытка, снова повторная попытка пойти вот выше этой трендовой. Неделя не закрыта. Чем закончится попытка, мы не знаем. Но если он ее пробьет, то возникает некоторая вероятность, серьезная, того, что он пойдет ко второй цели по волне Вульфа. Она находится высоко. Поэтому вот у меня есть лонги по фунту, да, дневные, и пока я их не закрыла. Вот здесь часть будет зафиксирована, но оно стоит того, чтобы пытаться часть оставить, пускай их отбушит даже, но если пробьет, если неделя закроется выше этой трендовой,
то движение по волне Вульфа может быть. Здесь, конечно, сложность в том, что референдум, он может сильно спутать карты, потому что может просто, ну, просто быть какие-то большие выносы, вынести из позиции. Но даже если вынесет, я считаю, все равно рынок такой, что он входы даст потом, даже если повыносит, отбушит или как-то еще, что если будет закрытие недели выше, я буду искать лонги дальше. Если же увидим от этого снова разворот, от этих уровней, свечную модель разворота недельную, я тогда буду торговать вниз. Вот. Пока что мы на границе. Сказать ничего не могу, но вот я жду пробития или разворота. Если закроется на границе, вот так же примерно, ну, тоже, опять же, буду пытаться оставлять лонги и смотреть. Но вот те, которые у меня есть, лонги, я буду, наверное, закрывать либо БУ, либо в недельном фрейме пытаться держать. Вот а так. Куда вот цель, вторая цель, она высоко, это куда вот так? Высоко. Это сейчас, да, нахально будет звучать, вторая цель вот здесь. Это цена какая, уровень? Время? Вы знаете как? На колесо. Так, а где? Вот на колесо нажать. А, вот так, ага. Вот, вторая цель, это динамическая тренда, динамическое сопротивление на данный момент, она вот здесь. Время, обычно волна Вульфа отрабатывает быстро. И учитывая, что какой стиль вообще поведения фунта, он вообще, если он куда-то нацелился, он тоже ходит довольно быстро. Но все равно эта фигура-то таймфрейма манф, даже не вик, а манф. Поэтому это все равно не неделя, не две, это, возможно, несколько месяцев. Но это если будет пробой, мы можем ожидать. Вот. Ну и здесь... Как бы вот, пока нет, пока мы на границе. Но просто я говорю, что вот это очень интересная ситуация. Если будет пробой, может быть хорошее движение. Его, в него стоит входить. Мы будем смотреть по факту. Вот. Сейчас мы на границе. Вот такая картина. Mm-hmm. Вот. Доллар-франк. Доллар-франк. Тоже интересная картина. По нему тоже есть волна Вульфа. Раз, два, три, четыре, пять. Проторговка свит-зоны, мы вышли на первую цель, и сейчас мы пробили вот эту трендовую, которая говорит о том, что мы можем пойти ко второй цели. Вот. Перед ней, разумеется, паритет. Так, средняя кнопка мыши. Ага, да. Перед ней паритет. Вот. Но сейчас в меньших таймфреймах, если посмотреть, то не время для покупки. Это я показываю таймфрейм викли. В дневном масштабе там идет коррекция, которая позволит... Сейчас, в принципе, торговлю вниз, это попытка разворота вниз, возможно, даже на подтверждение вот этого можно торговать вниз. Если здесь будет свечная модель разворота масштаба дневного, тогда можно будет снова вставать в покупку и дальше уже до паритета и до цели по волне Вульфа. Если здесь будет сейчас, пока в дневном масштабе и в четырехчасовом видно движение этой пары, попытка коррекции. Вот таким образом. Согласен, я тоже смотрю, вот он застыл, и не просто так застыл, у него прям такая сейчас консолидация. Ну, из нее, конечно, может быть два варианта выхода, вверх и вниз, в одинаковой степени. Здесь еще знаете, что вот помогает? Здесь есть еще фигура двойное дно пробитое. Да. Да, здесь такая достаточно красивая картина. Вот. Так. Как тут умножить линию? Shift, да? Shift. Вот так вот? А, контра. Ага. Контра. Вот так. И примерно на высоту вот этого двойного дна можно вполне сходить. Поэтому здесь, несмотря на то, что происходит коррекция, ее тоже можно торговать, она поскольку дневной масштаб имеет, почему бы нет. Но на окончании коррекции весьма вероятно, что вот смотрите здесь, и дневная 200-периодная, и граница вот этого канала, и граница двойного дна. Вот если отсюда до сюда дойдет, это будет, возможно, прекрасная точка для покупки. Вот так. Мы можем еще сходить сюда. А это у нас... Возможно, да. Вот. Ну, то есть вот сейчас пока торгуем коррекцию, здесь ждем свечную модель разворота дневку, или кто хочет H4, кто торопится. Вот, и потом идем сюда. Если будет пробой паритета, то к цели второй по волне Вульфа. Ну, если дневка сейчас пробивает максимум, текущий, значит, он прям без остановки так и пойдет вверх. Если он все-таки в коррекцию соберется, то нужно будет искать, опять же, возможность покупать, но уже при наличии разворотной свечной модели вот в районе скользящей средней или уровня поддержки. Да. Ну и вот евро к доллару, он тоже, видите, такую делает попытку коррекции вверх, это попытку коррекции вниз, все как бы получается примерно так. Все одно с другим сочетается. Дальше золото. Вот, золото. Крупный таймфрейм смотрим. Это я сейчас открыла месяц.
вот есть ценовой канал, из которого есть выход вверх. Вот. И это соответствует, в принципе, и фундаменту, потому что рынки фондовые делали попытку движения вниз в начале, попытку снижения, и сейчас они немножко отрастают. Но, как я уже показывала в начале, отрастают они на низких объемах, поэтому золото, несмотря на его снижение, надо не забывать о том, что если будет обвал фондовых рынков, то золото это будет хит покупок, поэтому надо будет присматривать покупки по нему. Вот где присматривать, сейчас покажу мое мнение, где можно смотреть. Во-первых, как бы насколько глубоко может пойти, здесь вариант такой, либо вот у этих границ где-то вот будет покупки, если отсюда развернется, либо может сходить куда-то, например, к середине канала, вот здесь можно трендовую так провести. Но вот здесь уже есть области, в которых может начаться разворот, и поэтому смотреть стоит, тем более сейчас май, и традиционно вот в сезон отпусков может начаться просто выход из фондовых активов, фиксация прибыли каких-то. Поэтому может и отсюда оно развернуться. Но, естественно, это я не говорю, что покупать сейчас. Я говорю, что это та область, в которой можно смотреть сигналы, если они будут. Но здесь у нас наклевывается дивергенция, может быть, оно и поглубже скорректируется золото. Да. Да, вот сюда, например, вот к этим, да. Или к этому горизонтальному уровню, да, вот так вот. Или да, можно да, вот, да. Вот так вот. То сделать. Есть прям можно цену сказать, чтобы цену? Кто там не видит, например, цену, можно просто называть цифры. А, цифры? Да. Давайте. Ну вот тут 1200, скорее всего, уровень такой он обычно. Как 1188, 1190 получается. Я думаю, что можно еще и так посмотреть. Вот так. Например, 50% FIBA. Вот сюда. Сейчас в дневном масштабе покажу, что получается. Вот здесь, во-первых, да. Почему я думаю, что еще может сходить пониже? Вот если взять последнюю вот эту волну вверх движения, ниже 78-го FIBA закрепления, это говорит о том, что можем еще вниз сходить. Вот. И здесь вот те поддержки, которые ждать, если вот они не дадут разворота, то дальше пойдем к середине канала. То есть вот в границе канала, вот дневная 200-периодная, есть еще несколько дней, она где-то здесь будет. Вот если отсюда дневной разворот будет, то можно будет снова пытаться покупать. Если здесь вот все прошьет вниз, но дальше уже смотреть будем, я думаю, что я буду смотреть FIBA уровни в середине канала. То есть на каждом FIBA. И вот эти круглые цифры, которые золото, 1100, 1200. Вот такие цифры. Но сейчас вот как раз такое пересечение уровней, которое оно пытается отработать, и похоже уже, скорее всего, оно еще сходит пониже. Ну, по крайней мере, вот день, конечно, не закрыт, мы ничего не можем сказать, пока день не закрыт. Ну, конечно. Да, ну вот это вопрос, как по поводу видения рынка, принятия решений. Азимбек, мы поговорим чуть-чуть попозже и про тот портфель валют, который торгуется. В общем, сейчас они все практически будут называться. Вот вы смотрите на них. Да, сейчас какие я буду... инструменты они для анализа используются? Они сейчас все на графике инструменты. Вы видите индикатор АО. Для поиска дивергенции уровня Фибоначчи, линии поддержки, уровня поддержки сопротивления. Вот это все используется, конечно. Ну и сами, естественно, свечные модели. То есть это все проговаривается, конечно же. Второй вопрос по поводу франка. Ну, тут добавить, я думаю, нечего, Павел. Потому что сейчас как раз мы и проговорили, что происходит с евро, что происходит со швейцарским франком. Ну, вот, ну понимаете, как есть. Сейчас можно рассуждать на эту тему долго, но, в общем, я думаю, пока смысла пока большого не имеет. У них есть корреляция, но она не жесткая корреляция, естественно. И последний вопрос, будет ли запись, еще раз повторяю, что запись будет, да. Я добавлю по евро и по франку. Мне кажется, что сейчас, я вот согласна с Алексеем, что корреляция эта, она сейчас не всегда бывает по ним. Но сейчас они себя ведут похоже, на мой взгляд. Я вот их вижу сейчас, вот я их вижу почти зеркально, очень похоже. Но вот действительно сейчас эта корреляция начинает разрушаться. Сейчас вообще, знаете, мне кажется, рынки, они какие-то новые сейчас себе нащупывают, новые уровни, новые вот корреляции, вот они перестраиваются. Возможно, если вот грянет тот кризис, который может случиться, если не будут спасать вот фондовые рынки, возможно, вот это идет перестройка перед этим ожидаемым кризисом. По крайней мере, ожидания-то эти есть, и это видно по поведению рынков, на мой взгляд.
Вот. Ну, то есть золото как бы однозначно покупки. Почему искать покупки? Потому что может случиться обвал рынков, если не введут очередного QE. Я показывала картинку на прошлом клубном дне, еще раз найду ее, покажу. Если не случится очередного QE, то тогда снижение фондовых рынков может оказаться более масштабным, чем раньше. Поэтому покупки золота и других защитных активов, они могут оказаться даже не покупками, а инвестициями. Раньше поэтому... Раньше, получается, нужно это обвал рынка, и потом уже... Ну да, да. Но сейчас рынок, он снова нащупывает максимум. Но, как я вначале показала, максимум эти пока на таких, на небольших объемах, и пока нет фундамента, на чем ему расти. Пока нет. Поэтому мы не покупаем золото, но мы думаем о покупках, не забываем про это. А фундаментальные мере. Факторы какие могут золото пошевелить? В смысле, если вот так брать, вот, то есть, да, но нет фундамента, а что будет являться тем фундаментом, который... Чтобы золото не стало расти? Ну, нет. Как бы, чтобы... Если они снова программы смягчения запустят, да. Потому что вот до этого, давайте я тогда скажу. Ну, это кто, американцы, да? Да, да. Ну, в основном они, все штальные подняли. Но они говорили об этом, что это будет не раньше, чем со следующего года. Но здесь вопрос масштаба этих действий, какое оно будет. Это будет так вот чуть-чуть для приличия, чтобы меньше пугались и медленнее падали. И это будет что-то серьезное, что заставит их расти. Потому что ведь программа выкупа – это программа выкупа. Там покупают, и на этом как бы вся фонда растет, золото снижается, и сырьевые валюты растут и так далее. Я слышал о том, что, в общем-то, рассуждали эксперты о возможных вариантах развития событий, и была высказана такая идея, что если ставку вдруг повысят дважды по осени, в течение короткого периода ставка будет дважды повышена, они вообще могут фондовые рынки обвалить. А если они обвалят фондовые рынки, то, естественно, это может очень сильно повлиять на то же самое золото. Вот я показываю картинку, на прошлом клубном дне я ее делала, но сейчас покажу снова. Вот видите, QE1. Росло, прекращается, потом снова вводит очередное QE, как снова начинает падать, вводит снова и так далее. То есть сейчас картинка немножко по-другому выглядит, фонда вот сюда забралась, вот, но на меньших уже объемах. Если не дать очередного некого стимула в виде программ выкупа, и если еще при этом поднять ставку, то тогда будет стимул для того, чтобы упасть. И если вот это падение не остановят, то тогда масштаб падения может быть серьезнее, потому что вот если смотрите, маховик раскручивается с большей амплитудой. Поэтому я и говорю здесь о фундаменте. Если не будет каких-то принципиальных мер, чтобы, если будет просто поднять ставки, вполне вероятно, что могут возникнуть сигналы на... Ну, такие, которые заставят нас золото покупать. Ну, это предположение, пока их нет, пока просто мы об этом не забываем и смотрим, потому что покупки золота могут, в случае, если кризис будет, оказаться интересными. Как закрыть? Это картинка, да. Угу. Так, теперь можно иену посмотреть. Иена тоже из той же группы, как защитный актив. Вот, и сейчас... Вот то, что мы видим, было снижение. Это таймфрейм месяцев. С него тоже начинаю. Вот. Было снижение до таких хороших уровней. От последнего роста недельного масштаба 78% FIBA. И здесь тоже имеет место попытка разворота. Это потенциально разворотный бар по моей системе. То есть в масштабе месяцев может быть обратное движение, но как бы... По этому же торговому сигналу и при закреплении ниже вот этих уровней возможно и возобновление. Поэтому здесь это попытка разворота, не сам разворот. Просто есть хороший уровень, на котором в месячном масштабе мы имеем такую вот попытку. Здесь то же самое. Если посмотрим недели, то вот, на мой взгляд, вот тот рост, который сейчас, его можно воспринять пока что как коррекционный рост вот к этому снижению. То есть не разворот в масштабе недели, а так коррекционный рост. Поэтому говорить о том, что иена развернулась, пока нельзя. И по иене здесь тоже такая двоякая ситуация. Тоже я бы вот эту пару торговала пока не выше, чем дневку. Вот. Если спустимся в дневной масштаб, то мы видим сейчас иену на вот такой границе. Тоже можно торговать. При закреплении ниже можно торговать отбой от этого уровня. Вот до, опять до 78-го FIBA. Здесь тоже так нормально, например. Вот здесь, если выше этих максимумов стоп у нас получается, да, 120, но вы можете брать меньше позицию. Здесь зато 300. Соотношение стопа к профиту нормальное. Даже если взять не полное это расстояние, например, 78% от него, ну, тоже нормально, 250 пунктов. То есть либо торгуем вниз, либо если будет качественный пробой, то можно торговать вверх, например, до следующих FIBA или до дневной 200-периодной.
тоже здесь, в общем-то, будет стоп вот в таких где-то пределах, а расстояние вверх, оно в несколько раз превышает стоп. И таким образом. Ну, тут, да, динамика вниз пока преобладает. Пока, видимо, отбой, да, от уровня. То есть отбой вполне реальный. Вполне, да. Но так же, как здесь мы видим, доллар-франк вниз пробует, евро пробует вверх. То есть сейчас пока доллар пробует снижаться относительно многих инструментов. И пока эту попытку можно торговать. То есть какая-то коррекция просится? Просится, да. Можно ведь как? Можно не обязательно прямо держать все до этого тейка. Можно половину позиции зафиксировать на каком-то ближайшем развороте. Остальное или в безубыток привести, или со старым стопом. И спокойно ждать, разовьется этого что-то больше в эти 300 пунктов. Или там. То есть если сегодняшний поменьше. День, попросту говоря, закроется свеча ниже, минимум предыдущего дня, это будет являться сигналом, да? Ну, я вот такое бы, я вот иену это сегодня не торговала, да, я бы сделала чуть-чуть по-другому, я думаю, что можно на пробой было бы, но я вот так сделала на пробой с евро, просто не всегда все успеваешь, вот, на пробой ниже и на ближайшем, можно ведь первую прибыль брать вообще очень близко, можно брать очень близко, и успокаиваться совершенно с близким вот этим самым тейком, ты уже кусочек взял, у тебя вся позиция уже защищена, а дальше совершенно спокойно релакс и сидишь и ждешь, вырастет у тебя в эти 100 пунктов или 200 или 300 или нет. Можно и так делать. Это позволяет психологически легче держать, потому что мы иногда, вот, как мы видим длинные движения, но мы вот думаем, и чего же, где же я был, вот я тут взял свои 50 пунктов, оно вот вон на 500 ушло. А вот если ты в начале какое-то начало закроешь, то легче высидеть. Так. То есть фактически сигнал будет, если сегодняшний день закрывается ниже. Ну, для меня был бы сигнал на пробой. Ну, вот на пробой, да. Либо как бы по закрытию. Да, да, да. Но по закрытию там тоже иногда, оно потом бывает и дальше. Лучше вот взять на пробой и взять вот прям первый вот этот кусок, раз так, прям внутри дня взять. А потом уже дальше сидеть. Если пробой, то дальше можно на каких-то небольших коррекциях добавлять. Просто как бы в этом направлении торговать и добавлять позиции, если есть время внутри дня их отслеживать. Ну да, тут есть и причины разворота этого, да. По крайней мере, да, и сам сигнал. Да. Так, вот сюда вот, теперь... ну, чтобы мне видеть. Так? Вот сюда. Не-не, ага. Так, дальше. Дальше сырьевые валюты хотела показать. Австралийский доллар. Это... Так, это не тот. А, это ваш доллар. Сейчас я... Так, у меня тут следующий канадец. Ну, давайте канадец. Канадский доллар, тоже картина интересная. Вот в январе я как раз показывала о том, что заканчивается вот это вот движение, которое мы торговали в начале, в конце года и в начале этого. И от уровня 78% FIBA масштаба месяц, это график масштаба месяцев. Вот. Там и в дневном масштабе, в обзорах моих был указан разворот. Вот. И, в общем-то, была торговля вниз. И вот здесь вот на 78% FIBA уже от недельного масштаба, мы видим тоже попытку разворота американского доллара к канадскому. Вот. Интересно то, что при этом нефть-то растет вверх, а тем не менее американский доллар растет к канадскому. Кстати, это заметить можно и по рублю, что нефть, она сейчас вроде идет вверх, все так хорошо, успешно, а вот сырьевые такие вот нефтяные валюты, они не так сильно укрепляются, как укрепляется нефть. Это тоже о чем-то говорит. Возможно, что не очень все верят в этот рост нефти, который есть. Хотя нефть идет по той волне Вульфа, по той модели, которую мы рисовали в январе, и сейчас по этой модели движение продолжается. Но, тем не менее, вот, не так хорошо растет и канадский доллар относительно американского, и рубль, как хорошо растет нефть. Тут как бы тоже считаю, что это стоит внимания, эта вещь. Ну, возможно, нефть это, да, это временное явление. Возможно, да. Именно поэтому как-то не сильно в это верит, а здесь уже да. Другие факторы. Да, возможно, потому что если, опять же, мы смотрим вариант, будет серьезный кризис или нет. Если будет серьезный кризис, то нефть, скорее всего, будет снижаться, потому что это как бы она вместе с, вот, как бы, скажем так, символизирует некое развитие бизнеса, потребности в этой нефти, вот, промышленности, еще где-то там. Если все затухает, весь бизнес, вся жизнь как бы становится такой вот менее затратной, все экономят, то нефть, соответственно, меньше нужна, и котировки ее, вот, возможно, отреагируют снижением. Вот поэтому, ну, по нефти сейчас еще покажем, но вполне возможно, что поэтому движение американского доллара к канадскому может получить и продолжение. Это о том, что канадский доллар может вместе с котировками нефти впоследствии начать снижаться относительно американца. Сейчас в дневном масштабе мы видим, ну здесь уже вот не сегодняшний торговый сигнал, это вот был разворот от дневной 200-периодный,
тоже можно торговать было, если вот спрашивали про мою систему, вот некие поддержки сопротивления, если на них сформирована свечная модель разворота, то от них можно торговать. Вот сейчас канадский доллар, сегодня я закрыла короткую позицию, у меня просто небольшая была по канадскому доллару. Вот. Дальше надо смотреть, как вот этот уровень отработает, на нем остановится, ну, видно, что цена его чувствует, вот, 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 вот. Либо она может пойти дальше, да, погромче, хорошо, либо может цена дальше пойти вниз, либо возобновиться. Но покупок сейчас я считаю, что не стоит смотреть, пока не будет дневной модели разворота, свечной на каком-либо из уровней. Вот сейчас видим уровень, если она его прошивает вниз, то можно торговать вниз или ждать разворота от более низких уровней. Ну, кроме того, сейчас совершенно очевидно, очень сильная нисходящая динамика. Вот сегодня, да, в частности, было, ну, вчера, сегодня. Целом, да, и поэтому против такой сильной динамики искать разворотов тут же, наверное, ну, не пока самое даже правильное. Признаков нет, да. Ну, и я считаю, что если снижение у нас дневное, то, соответственно, если мы дневку торгуем, то разворот надо тоже смотреть дневной тогда. Угу. Поэтому здесь пока снижение, ну, вот остановился на уровне, видимо, будет его отрабатывать. Сегодня сигнала нет по канадцу. Вот. Но, как бы, вот в обе стороны можно смотреть пока. То есть я смотрел еще, что, в общем-то, канадец по отношению к предыдущей нисходящей волне даже 38% не достиг. Поэтому, в общем, есть предположение о том, что движение вверх еще не закончилось. Возможно, да. Но еще будет интересно закрытие месяца. Вот тут до закрытия мая осталось совсем немного. Вот. И если месяц вот закроется... Крупнее надо сделать. Угу, сейчас. Если месяц, как вот я буду... Это не значит, что я буду в масштабе месяцев сделки открывать. Сделки, естественно, в меньших масштабах, но просто направление. Да? Если вот месяц закроется вот такой потенциально разворотной свечкой, то поход выше ее максимума будет означать возможное вообще серьезное укрепление. И, соответственно, закрепление ниже вот этих уровней, оно будет говорить о том, что в масштабе месяцев может продолжиться серьезное и снижение. Какую здесь сторону, зависит во многом от... Итога того, как рынок оценит действия ФРС США, наверное, я думаю, так. Вот. Естественно, сделки подбирать в меньшем масштабе, но вот таймфрейм месяцев, он нам показывает направление, в котором можно оставлять сделки, если мы вот взяли по ним первоначальную прибыль и хотим ее куда-то дальше расти. Вот, вот так. Пока, да, в дневном масштабе идем вниз. И если эта неделька тоже вот так закроется, как сейчас, сегодня ведь пятница, то, значит, поход ниже минимума этой недели я буду считать как повод для того, чтобы торговать еще сколько-то вниз. Вот. Вниз докуда? Ну, там тоже смотреть дневные поддержки. И не факт, что до сюда, может быть и до сюда. Вот. Ну, по крайней мере, вот ниже минимума сегодняшней недели можно будет еще немножко пытаться вниз поторговать. Вот так. Дальше. Ну, дальше, если уж мы об этом зашли, в разговор я могу нефть показать, потому что это взаимосвязанные вещи. Так, нефть у меня скрин. Так, неделя, месяц. Вот смотрите, да, нефть, вот было снижение такое серьезное. Так, а это у меня какой? А, это с первого клубного дня. Сейчас я текущий график, сегодняшний покажу, как вверх вот здесь. Так, ага, здесь нефть свежая. Так, нефть, бренд. Есть, есть. Вот так, вот. Это предыдущий скрин, это я показывала в январе, когда я рисовала недельную волну Вульфа и ждала по ней движения. Вот сейчас мы как раз... Видим движение по волне Вульфа, в недельный масштаб сейчас спущусь, но вот в масштабе месяцев это выглядит как некий коррекционный рост. Вполне возможно, что вот до этой поддержки или чуть выше, ну, там цель по волне Вульфа немножко выше. Вот. Но когда цена встретится вот с этими трендовыми, вполне возможно, если там будет недельная модель разворота, то тогда я бы сказала, что можно продавать нефть и можно будет тогда покупать американские доллары на наши рубли. А это какая цена? А сейчас покажу. Я, знаете, думаю, вот здесь сейчас покажу цель по волне Вульфа. Чуть-чуть выше она находится, чем вот эта трендовая. Вот это та красная трендовая, которая была на графике месяцев. А вот цель по волне Вульфа, она немножко выше. Здесь зависит от того, в каком темпе будет цена идти. Вот мы в январе разговаривали, все было где-то здесь. Тоже тогда большинство
тоже как-то не очень верилось. Кстати, когда начинается торговля по волне Вульфа, как раз большинство смотрит и говорит, ну это какая-то ерунда, не может такого быть. И вот как раз в январе тоже не очень верилось в этот рост, но тем не менее, вот и первая цель есть по волне Вульфа, и она уже вполне себе приближается ко второй. Вот. А цена какая? Цена? Просто. А вот просто у меня, ой, у меня вальпари, почему-то котировки нефти не могу найти, поэтому я скрин делала от другого брокера. Но здесь, так, 55 вот, 55 с чем-то. 58, да. Ну вот эта область такая. Вот здесь это трендовая та масштаба месяц красная, которая есть. А вот эта цель по волне Вульфа, она около 60. То есть я думаю, что вот не обязательно прямо ну, копейку в копейку отрабатывают. Вот есть эта область, если здесь будет свечная модель разворота недельного масштаба, вот я тогда буду вот в реальной жизни добавляться по американским долларам. Потому что вот если, даже вот я считаю, это полезнее смотреть, чем на график рубля. Потому что график рубля, он как бы еще, ну вот, во-первых, они с канадцем медленнее двигаются, и там больше всяких ложных движений на нашем рубле. Мне кажется, что гораздо будет более грамотным решением, если мы увидим разворот по нефти, ну и если будет соответствовать общий фундамент, вот весь остальной, то можно будет спокойно покупать долларов. Ну то есть пока еще ждем? Пока ждем. Я считаю, вот движение недельное, недельного разворота нет. Пока нет разворота, значит продолжается предыдущий тренд. Все, что в дневном масштабе, там может всякое происходить. Но вот я считаю, по нефти вот так вот. Если для жизни, да, если для жизни решение принимать, то вот я бы здесь брала на недельной модели разворот. Вот. Так. Как закрыть? Это сырьевые валюты, вот рубль, да. Ну, рубль покажу. Вот. По рублю тоже есть волна Вульфа, но она некрасивая. Ее многие мне скажут, что это не волна Вульфа. Я заранее согласна. Если ее назовут плохой и некрасивой, спорить даже не буду. Да, но тем не менее по ней есть движение, и по нефти есть тоже волна Вульфа. Вот. Двигается, как вот я уже заметила, он не так интенсивно, как нефть. Это связано, безусловно, с тем, что для нашего бюджета сейчас, если позволить рублю сильно укрепиться, будет тогда вообще трудно выплачивать что-то кому-то. И поэтому здесь и наши власти тоже, они не очень заинтересованы в росте рубля, поэтому они как бы и не будут поддерживать. Вот. И поэтому я и говорю, что поскольку тут график движения рубля, он менее внятный, поэтому я вот решение по нефти буду принимать, решение по рублю буду принимать на основе разворота нефти. Вот так. Теперь дальше другие сырьевые инструменты. Австралийский доллар. Австралийский доллар сейчас находится на интересных очень уровнях. Вот. Этот график масштаба месяц. Я крупно так показываю, чтобы было видно, где разметка. Дальше. Мы смотрим, где он остановился. Вот предыдущий месяц был по моей системе потенциально разворот. Ниже его минимума можно было торговать вниз. И в дневном масштабе, я сейчас покажу, там тоже была торговая модель, я про нее писала в обзорах. Сейчас мы остановились в такой неопределенности. Вот эта область 78 FIBA, она такой барьер, который держит австралийский доллар. Если мы закрепляемся ниже этой области, то мы идем дальше очень хорошо вниз. Цифры, да, Алексей? 0, ну это где-то 7.07, вот так, 7.07, 7.05, 7.09 это FIBA, наверное, так. Можно этот ориентир рассматривать. Вот закрытие повторной недели ниже этого уровня. Или месяца, наверное, недели, я думаю, вот так, вызовет, возможно, движение вниз. Это, если связывать с фундаментом, это будет, если у нас фондовые рынки будут снижаться, начнется вот падение фондовых рынков в связи с началом летних отпусков и так далее, или в связи с повышением ставки, то тогда австралийский доллар, как сырьевая валюта, может хорошо пойти вниз, тем более, что намерения Банка Австралии, они ну, также в пользу снижения, их намерения по снижению ставки, они тоже способствуют снижению австралийского доллара к американскому. Поэтому пока так, но сейчас есть эта поддержка, от которой может и коррекция начаться, поэтому дальнейшие продажи, если что-то есть вот проданное сверху, у меня есть австралиец, проданный выше, я его держу, не закрываю. Вот. Если дальнейшие продажи рассматривать, то ни в коем разе не от текущих уровней, а при закреплении ниже вот этих. Если спуститься в более низкие фреймы, сейчас можно все это увидеть подробнее, когда и что лучше сделать. Вот если мы дневной масштаб времени смотрим, вот у нас была голова с плечами, в которую я приглашала, вот она отработала около как раз дневного уровня. И сейчас есть попытка
пойти вниз. Была попытка закрепления ниже 61,8 ФИБА, сейчас попытка пойти вверх. Ну и вот точно так же, как мы видим, евро-доллар, доллар-франк, доллар-канадцу, попытка ослабления доллара. И здесь сейчас решается как раз вопрос, будет ли дневная коррекция по австралийскому доллару. Поэтому если говорить о покупках, то сегодня вот одна из моих любимых моделей – это внутренний бар. Это покупка выше максимума его. И пробовать, например, можно торговать вверх, если очень хочется против тренда. Продавать когда? Либо, вот как я сказала, при закрытии недели ниже того уровня важного, либо, если пойдет дневная коррекция, на свечной модели разворота от какого-то из ближайших сопротивлений. Например, это может оказаться дневная 200-периодная, если до сюда дойдет коррекция. Если вдруг до сюда дойдет, вот тоже трендовая для коррекции, или любой из этих ФИБА. То есть просто разметить уровни, если он пойдет вверх в коррекцию, здесь где-то свечная модель разворота, то торгуем вниз. И первую прибыль снова фиксируем вот здесь на минимуме, на каком-то из этих, да, и если потом неделя закрывается там ниже тех уровней, что я сказала, дальше тогда можно эту позицию, если она выживет, оставить в качестве среднесрочной и взять большое расстояние. Если удастся, это расстояние может оказаться так, ну, тут большое очень. Поэтому, на мой взгляд, игра стоит свечи, стоит того, чтобы хотя бы небольшую часть позиции попробовать оставить и подержать на средний срок. Это австралийский доллар. Дальше новозеландский доллар. Тоже, если у нас будет снижение сырьевых валют, новозеландский доллар тоже может оказаться интересным. Как он выглядит? Если мы смотрим месяц... А, кстати, да, вот что хотела показать. Если мы берем 2008 год, мы эти валюты можем хорошо посмотреть. Вот он, по-моему, да, 2008 год? Да, вот смотрите, вот он 2008 год, видите? И по австралийскому доллару сразу же тоже посмотрим. 2008 год, где у нас? Вот, наверное, он, да? Да, 2008 год, вот, видите? Вот, поэтому вот то расстояние, оно может показаться даже небольшим, если у нас не будет мер по спасению фондовых рынков. Вот, тем более по австралийскому доллару и намерения Банка Австралии, все это может создать вот подобное красивое движение. Это график месяцев. Почему я и говорю, что стоит к коротким позициям по этим валютам, возможно, относиться внимательно. Так, и новозеландский доллар тоже. Вот это можно, если это опять же все, если у нас будет снижение фондовых рынков, можно будет квалифицировать как флаг. Если у нас будет пробой вот этого уровня, то можно сходить на это расстояние, что в принципе соответствует поведению в 2008 году. Если мы, это масштаб месяцев, это масштаб месяцев. Если мы сейчас в недельный масштаб переходим, то мы видим движение внутри ценового канала, сейчас попытка идти вниз по нему. Пока нет признаков разворота, мы рассматриваем движение вниз. Если спуститься еще в дневной масштаб, мы здесь увидим тоже фигуры, про которых я писала. Да, я согласна, это голова с плечами, возможно, не очень хорошая, потому что вот этот тренд маленький, да, Алексей? Но иногда и такие отрабатывают, поэтому вот есть пробой, по крайней мере, пробой трендовый. У меня есть ощущение, что тут даже двойная вершина. Или двойная, но здесь как? Она не перебита, поэтому, ну, почти двойная вершина, да. Ну, почти, но тут, ну, мне кажется, такое, да, это одно с другим. Ну, что-то в данном похоже, случае, да, там можно рассматривать и так, но это одно и то же. Да, ну, по крайней мере, либо пробой, да, вот горизонтали, если мы смотрим двойную вершину, либо пробой трендовый, если мы смотрим гиб. Угу. Вот, и в четырехчасовом масштабе тоже там есть другие фигуры, там треугольник пробитый. Ну, то есть, вот, по крайней мере, вниз можно рассматривать. Но новозеландец коварная валюта, она волатильная такая. Хуже она, чем австралиец. Но тоже вот есть такое направление, оно совпадает примерно с нижней границей канала. То есть тоже можно торговать. В четырехчасовом масштабе есть пробой треугольника был. Вот. Но он так вот идет волнами там уже. Можно на каждой коррекции, вот тут красиво, видите, есть раз потенциально разворотная модель, ее можно вниз торговать снова тоже, и тоже вот так. Его можно торговать в масштабе H4. И если удастся тоже какую-то оставлять позицию на перспективу того, что если будет пробита вниз вот эта граница, то тогда мы можем сходить в среднесрочном масштабе хорошо. Да, тут видно, что достаточно долго тянули новозеландцы вверх, да, и сейчас эта граница, поддержка была пробита, и вот образовался целый ряд треугольников. Видно, что верхушки, вот если посмотреть в предыдущем масштабе,
month, да? Ну, в какой-то, не-не-не, наоборот. Наоборот, в daily. Да, в дневном. Посмотреть, что вот верхушки снижаются, а донышки, они тоже все-таки, как вот цена вот как прибивает ее к низу, да. И вероятен, конечно, вероятно движение вниз. Может быть какая-то локальная небольшая коррекция сейчас вверх. Ну, опять же, опираясь, если на 4 часа включить, вот 4 часа включить. 4 часа? Угу. Вот, можно секунду? Вот, да, тут есть еще дивергенции, посмотреть, конечно, вот, в принципе, да. вот треугольник есть. Вот этот треугольник как раз может показать, куда движение пойдет. При пробитии вверх, либо при пробитии вниз. Но это движение вверх, оно будет всего лишь вот. Вот это же расстояние откладывать сюда. Оно будет всего ничего. И это в целом не отрицает нисколько возможности движения вниз. Опять же, локально, как вот по тому же евро-доллару может быть коррекция локальная какая-то. По доллару-франку может быть локальная какая-то коррекция. После этого, опять же, тяготеет за американский доллар. И здесь очень похожая ситуация тоже. Все? Поджатие идет вниз, да? Да, да, да. То есть, если сейчас будет пробитие вот линии сопротивления по треугольнику, мы все равно видим, в более крупных масштабах он вниз уже пошел. А вот это просто такой, ну, более мелкий масштаб. В нем видно, что цена просто застряла. Если она сейчас уходит вниз и пробивает уровень, это однозначно все полетели уже сразу. Если она сейчас пробивает вверх вот этот локально, вот эту четырехчасовую линию сопротивления, то, может быть, еще некоторое время она потолчется здесь, как бы в этом диапазоне, немножко отскочит вверх, после чего однозначно, опять же, будет движение вниз. Да. Вот таким образом. Еще хочу одну пару интересную показать. Еврофунт. Вот на момент нашей предыдущей встречи мы как раз заканчивали движение вверх. Был ценовой канал пробит вверх. И вот как раз в январе продолжалось движение, и цена подошла вот к первой цели, которую мы рассматривали, вот к этому уровню. И вот в апреле она отработала финальную, очень точно отработала финальную цель по этому ценовому каналу. И апрель месяц, сейчас покрупнее сделаю. Апрель месяц закрылся потенциально разворотной свечой. Вот. Ниже минимума ее торгуем вниз. И вот сейчас мы снова остановились на уровнях. И мы видим, евро-доллар тоже как раз думает, то ли ему скорректироваться, то ли нет. Фунт находится у нас тоже на границе волны Вульфа недельной. И как раз получается, что эта пара, она тоже в раздумье. Если фунт решит все-таки двинуться по волне Вульфа вверх, то тогда по этой паре будет продолжение снижения в рамках вот этого ценового канала вниз. Вот таким образом. Может быть и серьезное падение. Если фунт куда-то нацелился, он идет туда хорошо. Вот. Но вот сейчас как раз эта поддержка, это то, что сдерживает пару. И это же мы видим и евро к доллару, и фунт к доллару. Поэтому сейчас стоит посмотреть, может быть и поторговать коррекцию, если выше максимума будет. Тоже поддержка дневная, видите, здесь 200-периодная масштаба недельного, по-моему, где-то я видела. Нет. Вот голова с плечами, кстати, тоже. Да. Да. Вот. Единственное, только тут нет достаточно такой адекватной тенденции, которая закончилась бы вот этой фигурой. Но вот в масштабе месяцев вот это уже картинка стоящая, ну, значащая. Единственное, вот здесь вот эти поддержки, надо смотреть, как она их отработает. В принципе, можно как, смотрите, торговать выше максимума вчерашнего дня, если она пойдет. Если сегодняшний день закроется вот так же примерно, то это будет у нас внутренний бар. Надо покрупнее сделать. А, нет, сегодня четверг, завтра еще. Ну, значит, вот можно покрупнее. Можно торговать вот этот, вот эту попытку разворота. Можно также здесь увидеть волну Вульфа. Если эта попытка разворота состоится, то можно... Ой. Так. Алексей, а как мне сделать луч? А луч закрыть? Да. Надо чего закрыть? Почему-то на этом мониторе отображается. А, вот. Да. У нас здесь два монитора, и я к этому не привыкла. Чуть вот погромче. Так. Волна Вульфа, если будет движение выше максимума вчерашнего дня, это будет, возможно, попытка движения по волне Вульфа. Первая цель – это на вот этот трендовый, то есть где-то здесь. Если пробивает, то тогда идет выше, возможно, до уровня 0,8. Наверное, он тут где-то встретится как раз. Вот. Вторая цель по волне Вульфа как раз на уровне 0,8. Поэтому, в принципе, можно пробовать торговать
коррекцию вот этой пары. Вот, и первая цель вот здесь такая дневная, вторая цель здесь, и дальше отсюда или отсюда все равно присматривать развороты, потому что вот такие заявки на снижение, ну, они не могут остаться незамеченными, есть вполне вероятность, что такое движение продолжится, поэтому, несмотря на вот эту волну Вульфа, мы не забываем присматривать и развороты вниз этой пары. Ну, тут динамика очень большая вниз, поэтому против такой динамики двигаться, наверное, не самое умное. Ну, да. 72? Нет, я и говорю, что надо тут смотреть, как закроется месяц. Но вот сейчас вот эта поддержка, она сильная, и цена ее явно пытается хоть как-то отработать. Поэтому прямо сейчас продавать я бы ни в коем разе не стала. Я бы стала продавать, если я увижу дневную свечную модель, развороты вниз. Сейчас пока пробует наоборот. Цена дневной 200-периодной, и от этой недельной поддержки она пробует откорректироваться. Я вниз буду торговать, если она ниже вот этого закроется. Ну, то есть вот как-то она проторгует вот это место и покажет здесь... Либо от коррекции. Мы сейчас можем до уровня сходить. Вот сюда, да? А, до этого? Ну или да, здесь, потому что не факт, мы не знаем, как еще день закроется. Может, он даст такой выброс, а потом вниз. Mm-hmm. Ну, то есть, да, вот здесь. Но вот это называется как раз свит-зона. То есть, если она закрывается внутри свит-зоны, вот, вверх такой какой-то здесь, или бычье поглощение, или что-то еще, то довольно высокая вероятность, что может отсюда отработать, при пробое этой трендовой вот до сюда. Вот. Если же она пойдет, коррекция дневная, вверх, то тогда я думаю, что модель разворота может будет смотреть либо от этой границы, либо от 0,8. Угу. Так, наверное, так. То есть можно здесь торговать и коррекцию, и, конечно, приоритетно, наверное, вниз. Ну, посмотрим. Пока, по крайней мере. Сейчас в чат надо заглянуть, вот, угу, свернуть. Давайте. Так, где и как можно познакомиться со стратегией? Нет. Ну, мы немножко об этом поговорим. Я расскажу. Да. Сейчас сначала обзор, а потом поговорим немножко по стратегии. Ну, в принципе, да, я почти все валюты рассказала. Тут остались только несколько кроссов, но это тоже так. Кроссы – это сложные инструменты. Они и волатильные, и стопы по ним большие. Поэтому я их так, ну, немножко в ознакомительном порядке скажу, какие два кросса могут оказаться интересными в определенных случаях. Если, возвращаясь к вопросу о стратегии, когда я предлагала бы торговать кроссы? Я предлагаю всегда торговать кроссы, когда есть синергия по двум его компонентам. Потому что когда есть, например, вот австралийский доллар к японской иене, если они оба движутся вверх или оба вниз, то это получается кросс, ну, непонятно куда движется, и прогнозировать его трудно, и в результате получается дерготня и вынос стопов. А вот если, например, австралийский доллар будет двигаться в какую-то одну сторону, а японская иена в какую-то другую, тогда мы по кроссу можем увидеть сильное безоткатное движение. Почему вот я сейчас об этой паре завела речь? Если у нас все-таки кризис случится, если у нас будет падение в фондовых рынках, то тогда будет укрепление иены как защитного актива и снижение австралийца как сырьевого актива. Угу. Поэтому австралийский доллар к японской иене может пойти здорово вниз в масштабе МАНФ. Вот. Поэтому я не говорю, что прямо сейчас его надо продавать, но вот, скажем так, иметь в виду это направление, если данные события произойдут. А это когда ориентировочно может случиться? То есть какие факторы грядущие могут привести к тому, что это произойдет? Ну, я думаю, что надо смотреть по индексам, по фондовым, во-первых, пробои вот тех уровней, от которых сейчас они, или разворотные модели масштаба месяца под тех уровней, на которых они сейчас находятся. То есть на индексы. И на индексы, да. Ну и или соответственно на привязано, поведение пары. Ну, или на привязано к каким-то событиям, вот, например, к июньскому заседанию Федрезерва. Возможно, потому что тут как раз и совпадет с фиксацией позиций по фондовым активам, угу, конец мая, начало июня. Если Федрезерв что-то даже такое скажет, что даст некий толчок рынкам, здесь это время может статься тем, которое, это время может оказаться тем временем, когда вот эта пара пойдет в таком направлении. Ну, это просто как... Ну как, знаете как, я говорю, вот, скажем так, события по времени, вот они будут тогда-то. А мы же, конечно, будем смотреть на торговые сигналы по этой паре. Мы просто говорим, что вот если такие события случатся, то тогда вот эта пара может дать хорошую синергию по обоим ее компонентам и может дать хорошее движение. Если эти события произойдут. Но сейчас пока и события не произошли, и пока, ну, как бы вот нету этого. Ну, просто я говорю сейчас о перспективах. Потому что, ну, то есть это будет в любом случае не раньше, я так думаю, июньского заседания Федрезерва. Наверное. Потому что,
Ну, во-первых, июньское заседание будет так называемым прогнозным. Не каждое заседание Федрезерва прогнозное. На некоторых они просто отчитываются, а на некоторых они дают прогнозы о возможных будущих действиях. Так вот, июньское, мартовское заседание прогнозным было. Июньское заседание будет прогнозным. И, конечно же, оно будет большим влиянием на рынок обладать, нежели чем вот заседание, например, которое было. То есть, что скажете, да. Ну и Елен, кстати, завтра выступает еще. Поэтому она может завтра тоже что-то сказать по этому поводу. Вряд ли, конечно, но тем не менее, вероятность такая есть. Вот, это первая пара. И вторая тоже торговая идея, тоже скорее связана сейчас не с фундаментальной, не с технической стороной дела, а с фундаментальной. Это фунт австралийский доллар. Если у нас фунт выберет направление вверх, и если случится тоже падение в фондовых рынках и продолжится снижение австралийского доллара, то тогда я бы предложила торговать кросс-фунт австралийский доллар. Если эти два события совпадут, то есть если австралийский доллар к американскому у нас пробивает те поддержки, которые я говорила, если фунт пробивает те сопротивления, о которых мы говорили, то покупка фунта к австралийскому доллару тоже может оказаться очень интересным движением. Потому что кросс, вот он покрывает за то же самое, если у него есть синергия, он за то же самое время покрывает двойное расстояние. Здесь как бы два в одном. Поэтому вот если эти события произойдут, я вам очень рекомендую эту пару рассматривать. Хотя вроде сейчас она... Ну, тоже, да, она вот так же на границах, как и ее компоненты, и как раз она сейчас выбирает направление, то ли ей развернуться или топтаться в боковике, то ли она продолжит там хороший рост. Вот. Ну, пары все. Можем еще какие-то посмотреть, если кто-то хочет, или про стратегию могу рассказать. Ну, сейчас я думаю, что время уже такое, что нужно потихонечку закругляться, вот, поэтому... Можно сейчас немножко поговорить про стратегию торговли. Ну, то есть хотя бы основные такие опорные моменты, которые принимаются во внимание для того, чтобы заключать сделки. Во-первых, что является самим сигналом, в принципе. Ну и на каких ориентирах, может быть, закрываются там позиции, как страхуется прибыль. Ну, общие принципы. Ну, то, что стоп-лосс ставится под ближайшие какие-то там уровни поддержки сопротивления, это уже понятно, да? Наверное. Ну, вот такие вот общие принципы. Хорошо. Угу. Ну и, естественно, как выбирается, здесь был вопрос, как выбирается портфель. То есть на основании чего выбирается портфель из торговых инструментов? Угу. Хорошо. Ну, касается, вначале по разметку на графике могу сказать, вот я использую очень простые разметки, использую индикатор АО, Эвисом осциллятор. В основном я его смотрю для того, чтобы смотреть на нем дивергенции. Наверное, это аналогично так же, как кто-то смотрит МАКД, смысл тот же. Использую стохастик как индикатор, тоже как вспомогательный инструмент, который помогает оценить моменты перекупленности или перепроданности, чтобы иногда выбрать приоритет, надо ли смотреть разворот или еще рано. То есть моменты разворота лучше смотреть со стохастиком. Это во всех таймфреймах. Вот эта голубая линия у меня — это 200-периодная скользящая средняя. У меня 200-периодная, кто-то любит 100-периодные торговать или 50-периодные. В чем особенность? Ну вот ее и рассказываю. Стохастик стандартная. Я знаю, что можно под каждую валюту настроить, но вот мне кажется, что стандартного вполне достаточно. Он универсальный. Тем более стохастик — это вспомогательная вещь. Это не для меня, это не торговый сигнал, это вспомогательная информация. Чуть крупнее сделать график, чтобы было повиднее. Хорошо. Вот. Ага. Что еще? То есть это разметки на моем графике, они все одинаковые. Дальше я смотрю уровни Фибоначчи. Использую часто. Каким образом? Пробили один уровень, идем к следующему. Если на этом уровне сформирована свечная модель разворота, значит, торгуем в противоположную сторону. Также их можно использовать для фиксации прибыли. То есть, например, если на одном уровне мы покупаем, то логично на ближайшем уровне зафиксировать, потому что мы не знаем, преодолеет его цена или нет. Зафиксировать всю позицию или часть? Часть. Вот, да, у меня еще вот такое правило, я когда-то начала его использовать, и оно мне нравится. Это правило я называю стартап. То есть я фиксирую часть позиций на довольно близком, на ближайшем сопротивлении или поддержке. Что это дает? Вот на самом деле повышение прибыльности это не дает. Я когда считала, я пробовала рассчитывать свою торговую систему, не факт, что оно дает повышение прибыльности, но оно дает, знаете что, оно дает спокойствие и какую-то расслабленность, когда ты пытаешься сделать из своей позиции большее количество пунктов. Поэтому вот этот стартап, он помогает.
тот, у кого железная, скажем так, выдержка и может сразу держать дневную позицию, может быть, ему этот стартап и не нужен. Но, на мой взгляд, я делилась вот этим способом с несколькими людьми, и они тоже взяли это на вооружение. Ну, и, в общем-то, я считаю, что во многом это полезная практика. А как, какая часть позиции закрывается? Такая, которая в любом случае скомпенсирует стоп-лосс остаток по, ну, по оставшемуся? Да, да. То есть, таким образом, если сработает, закрывается прибыль таким образом, чтобы если сработал стоп-лосс, да, то есть общий там убыток был бы практически или около нулевой, или... В большинстве случаев, да, стараюсь сделать так, чтобы стартап был бы не меньше, чем стоп-лосс по оставшейся. Тогда, по крайней мере, после первого сопротивления или поддержки, вся позиция уже как минимум без убытки, тоже можешь быть спокойным. Иногда ставлю дальше, когда есть, ну, как бы, когда есть такая некая уверенность в том, что это будет. Иногда ведь бывает, что исходный стоп, он очень маленький. Вот, например, там какой-то барчик такой разворотный маленький, и там ты можешь спокойно взять стартап побольше. В большинстве случаев хотя бы так. Вот. Фиксировать можно половину, а вот я знаю, у меня один знакомый трейдер, он фиксирует 2/3 или большую часть. Тогда еще интереснее, тогда ты уже сразу в прибыли, уже. Даже если у тебя от стоп-лосс, ну, как бы выйдет стоп-лосс по первоначальной сделке, ты уже все равно будешь в прибыли, потому что ты 2/3 или 3/4 уже закрыл. Вот это тоже хорошая позиция, но это если у тебя объемы позволяют закрыть 2/3 или 3/4. Вот здесь зависит от личных предпочтений. Разные, да, да. Но я вот эту вещь оценила. Я посмотрела, как вот иногда люди, ну, смотришь иногда, как другие торгуют. Вот эта попытка закрывать 2/3 или 3/4, она тоже очень приятна. Потому что, знаете как, иногда оставшуюся часть позиции в безубыток переносишь, и тебя она зазря вылетает, а потом дальше идет. Потому что очень часто бывает возврат к твоей точке входа. Прямо в точности иногда до нее цап и обратно. А если ты закрываешь 2/3 или 3/4, то ты, в принципе, можешь держать с прежним стопом, если ты уверен в продолжении, ну, если ты рассчитываешь на продолжение тренда, и тогда ты и в прибыли сразу же, и ты можешь вот свою дневную позицию пытаться растить. Ну да, если торгуем от уровня, то, естественно, да, возврат к уровню часто... очень часто бывает, да, поэтому не всегда быстрый перенос без убыток остатка, он дает что-то. Иногда он дает просто, что у тебя вот в ноль закрылся, и все, потом пошел, куда ты и предполагал. Я, знаете как, я честно скажу, я внутри дня торгую хуже, потому что как-то вот, знаете, мне кажется, торговля, она связана с характером человека. Вот у меня какой-то характер, который позволяет видеть дневку и прогнозировать дневные движения. Ну и у меня действительно, вот я смотрю по обзорам, действительно высокий процент прогнозов сбывшихся. А вот внутри дня почему-то это не мое. Я вот даже во многом, почему я благодарна этому конкурсу, что он мне позволил понять, ну, уже некоторое время назад, то, что вот это мой фрейм, и надо торговать в своем фрейме. Ближе к инвесторам, да? Да, да. Что, ну, у каждого свой характер, а кому-то, например, интересен внутри дня, и он в нем себя чувствует комфортно. Это, хотя те закономерности, которые я показываю, они на любом фрейме применимы, если хотеть. Но другое дело, что если торгуешь внутри дня, то тут же надо и переворачиваться, если у тебя ведь внутри дня несколько направлений может быть. А вот мой характер, он как-то не позволяет мне так. Иногда и время не позволяет. Что если куда-то вышел, у тебя вот это направление уже отработало стоп-лоссом, а ты в то не вошел и не поставил, и ты получается, что... не доторговал, хотя мог бы это увидеть. Просто если мы берем дневные масштабы, там заходить-то, по сути, надо ночью, когда день закрылся. Или ночью, или рано, смотря какие валюты. Если австралиец, то да. Или, да, на азиатской сессии. Но такие все равно валюты, свеча как закрывается, евро и фунт, свеча закрывается, по сути, надо уже открываться, сути, сразу да. же. Нет, иногда, знаете, я, кстати, иногда на пробой, вот, да, тут был вопрос, отложенными ли ордерами, не всегда. В каких-то случаях отложенные ордеры по моей системе, а в каких-то я жду именно закрепления, закрытия периода 4-часового или дневного. На пробой, вот я торгую вот на таких разворотах, а если я смотрю вот ложный разворот, то я жду закрепления. То есть в данном случае... Торгуете, да? В смысле? Ну, на отбое. Да нет. Или на пробой больше ориентируйтесь. Равнозначно. Вопрос просто из аудитории. Отбой или пробой чаще торгуется? Да, у меня нет предпочтений в этом плане. То, что вижу, вот я, есть сигналы, которые я квалифицирую как разворотные, и есть сигналы, которые я квалифицирую как сигнал продолжения движения. И вот здесь для меня нет такого, что вот кто-то говорит, кто-то бык, кто-то медведь. Для меня нет разницы. Ну, статистику я сам смотрю. Статистику? Отбойный больше процентов получается. У меня? Вообще, вообще? Стратегия отбойная. Да?
Ну, может быть. Вот. И также вот у меня любимые модели — это волна Вольфа, крюк Росса и внутренний бар из таких вот. Волна Вольфа я показывала несколько раз. Чем, за что люблю волну Вольфа? Потому что у нее соотношение take profit к стоп-лоссу очень хорошее всегда. И то, что она в большинстве случаев отрабатывает быстро. Вот, ну, кстати, про волну Вольфа можно почитать, она описана хорошо достаточно, да. Так что то, что вот вы сейчас видите перед собой, и то, что будет в записи, вы потом сможете почитать про волну Вольфа и приложить эти знания, ну, к тому, что вы уже видели. То есть, да, отрабатывает хорошо. Еще спрашивают, какие разворотные свечные модели являются, ну, как бы наиболее значимыми для получения сигнала. Если говорить, когда я вижу развороты, во-первых, я очень хорошо усвоила со временем, не сразу, то правило, которое нам когда-то Алексей давал на обучение, что свечной разворот надо смотреть только на уровне. Если нет уровня, не смотрите на свечной разворот. Потребовалось какое-то время, чтобы это дошло, но в итоге это дошло. Вот. То есть, во-первых, мы вначале должны смотреть уровень, на котором это происходит. Если есть уровень, то мы ищем там свечную модель разворота. Если уровня нет, то, вероятнее всего, это разворот ложный. Его можно... На минутном мне там лучше не быть, это я сразу скажу. На минутном все это тоже работает, просто там надо иметь реакцию для того, чтобы оперативно срабатывать, потому что минутных тенденций в течение дня их много. Но если принять во внимание, что внутриминутные каждой свечи порядка 30% шумов идет, то насколько она может быть точно считаться? Уровни все равно, что там видно на минуту. Уровни видно, там свечные модели не разберешь, а толку-то от этого? Кроме того, если принять во внимание, что очень большое, вот по отношению там, к расстоянию между уровнями, очень большое значение имеет спред сам. Там, фактически спред — это 1/3 расстояния. Ну, а толк такой торговать? Нет, при входах можно уточнить. Не, ну можно, это понятно, можно опускаться до любого фрейма, можно и до минутного. То есть, если мы ищем точку входа, можно мельчить до чего угодно. Смысл ведь в том, что все равно вот эти несколько пунктов, когда мы работаем на больших расстояниях, они большую роль не играют. Ведь можно, допустим, намельчить до такой степени, что позиций будет открыто много мелких, и общий перевес может быть далеко не в плюсовую сторону. А на крупных графиках можно открыть одну позицию, как вот держать, и эффект финансовый он будет. Да. Это, как говорится, можно, знаете, а чем выгоднее торговать? Носками, которые стоят там дешево, либо, например, дорогой мебелью. Это вопрос без ответа. Ну, я про то говорю, потому что на минутке себя больше тренируешь. Нет, но есть кто-то и кто носками, между прочим. Нет, я знаю нескольких человек, которые гениально торгуют на минутках. И вот один из этих людей — это клиент Альпари, но это надо любить и знать этот таймфрейм, и в нем ориентироваться в нужном темпе. Да. И опять же, пару надо очень четко для себя выбрать. И пару знать, ее особенности поведения, уровни. Да. Вот. Но это просто вопрос характера, кому что нравится. Это надо пробовать, смотреть и себя в чем-то найти. Это вопрос. Насчет разворота, да, давайте я скажу. Значит, то есть, во-первых, наличие моделей. Уровня, да. Во-вторых, вот, например, пример разворотной модели — это обновление минимума, белая свеча. Чуть покрупнее. Вот все шло вниз. Вот пример разворотной модели. Обновление минимума на уровне. Коснулись уровня, есть уровень. Есть обновление минимума и свеча противоположного направления. Вот это то, что можно торговать как разворот, например. Но это же самое, кстати сказать, может оказаться и ложным разворотом, если идет закрепление ниже тех уровней, от которых оттолкнулись. То есть либо этих, либо этих. Поэтому я всегда, ну и в моих обзорах, наверное, видно, я всегда стараюсь обзоры писать с двойным сигналом. То есть что будет означать сигнал в одном направлении, и там же я пишу всегда рекомендацию, если почитаете, ну, 95% моих обзоров всегда есть и сигнал в обратном направлении. Что является сигналом в обратном направлении, какая цель туда. И вот если мы будем торговать так, то тогда у нас, даже если нас отступит, этот разворот окажется ложным, мы дальше его будем торговать как ложный разворот и хотя бы свое как минимум заберем. То есть вот в чем я сейчас стараюсь идти, и вот я для себя это оценила вот в своей торговой системе, что надо стараться выбирать те сигналы, которые предполагают и второе направление тоже. Что будет, если наше первое предположение оказывается ложным, что будет являться сигналом для противоположного направления. И когда у вас есть сразу оба критерия, что идет вверх, а что,
когда вверх, а когда вниз, то даже если у вас будет по одному направлению стоп, вы его отобьете на втором сигнале, если вы будете брать для входов те, которые предполагают два сигнала. То есть вот это. Вот такой разворот. И еще пример другой разворотной модели – это внутренний бар. Внутренний бар вот в классическом анализе свечного вначале характеризуется как модель, по-моему, Харами, да, такая? Харами, да. Она как разворотная модель, но на самом деле здесь он может быть и моделью продолжения, и моделью разворота. Она? Ну да, и кстати, они бывают красивые, бывают некрасивые, но работают всякие, на самом деле их можно все торговать. Здесь опять же только надо смотреть положение стохастика, если он у нас вверху, то мы можем предположить, что более вероятно будет движение вниз. Или если мы можем заглянуть, например, это дневной... То есть уровень, да. Какое-то, допустим, положение, да. Стохастики, если мы, да. О развороте говорим, да. И какой-то разворотный, да. Бар. Если мы видим, например, иногда еще можно заглянуть в меньший фрейм. Например, вот сейчас это у нас месяц. Если мы заглянем, например, в меньший фрейм и увидим там какие-нибудь другие признаки, или дивергенцию, или что-то еще, там какую-то фигуру, или двойную вершину, или там голову с плечами в меньшем фрейме, то это тоже может нам показать, какое же направление по внутреннему бару будет выбрано. Вот. Поэтому внутренний бар – это хорошая модель. А по внутреннему бару как отработать, спрашивают? А по внутреннему бару? То есть вот если взять вот эту вот ситуацию месячную? Ну, только, да? В месячном, конечно, их не надо торговать, их в дневном лучше торговать, но это так. Ну как бы как, да. На примере этой, например. Да, но на примере я ставлю sell stop ниже минимума и buy stop выше максимума. То есть внутренний бар я торгую отложенными ордерами. Uh-huh. Вот. Но здесь тоже надо понимать, что иногда, в обзорах я тоже это всегда пишу, иногда бывает ложный выброс, но в большинстве случаев это себя оправдывает. Редко, когда вот три раза тебя отфутболит и на четвертый пойдет. В большинстве случаев, ну, без ложного выброса, иногда один ложный выброс бывает. То есть, вообще, даже с учетом ложного, да. Выброса, по статистике, внутренний бар хорошая модель. Я ее рекомендую в дневном масштабе. Ну да, она мелкая, она позволяет стопы достаточно короткие выставить. Да, да. А стопы ставятся на, соответственно, за границей этого, да. Внутреннего бара. Да. Ну и если есть возможность внутри, причем H4 тоже, кстати, внутренний бар тоже хорошая модель. Если есть возможность отслеживать позицию, то можно потом, например, в меньшем фрейме зайти в противоположную сторону. Если, например, видишь, вот здесь прокол, и видишь, что вот здесь, например, H4 сформировалась какая-то разворотная модель, ты можешь спокойно зайти в масштабе H4 и ее торговать. Mm-hmm. Если что, потом закрыться с маленьким стоп-лоссом, если все-таки этот прокол окажется неложным. То есть здесь еще, если есть время внутри этого периода поторговать, то тогда можно себе минимизировать эти все риски. Вот. Очень, знаете, когда хороши внутренние бары, если идет какое-нибудь крутое движение, там кто-то что-то сказал или сделал ФРС, и вот идет такой, ну я руками показываю, вот такой вот большой бар. Вот после него в большинстве случаев возникает маленький внутренний бар, после которого все спокойно торгуют. То есть большое движение, ну кто на нем смелый, тот зашел, кто боялся, тот сидел спокойно и наблюдал это все, а потом вот этот маленький внутренний бар, после него можно спокойно входить либо в продолжение, либо в разворот. Либо, да, либо в разворот. Но если крупный бар, то лучше входить, конечно, в продолжение. Когда как? Вот я, кстати, вот знаете, я думаю, что лучше его всего ставить в обе стороны всегда. Вот эти отложки. Но тогда если, а тогда целью что должно являться? А целью? Уровень Фибоначчи по отношению к этому бару. Если крупному. Коррекции, а там смотря как, он ведь может, смотря что, если он пробивает какую-то поддержку или сопротивление, то там, не знаю, по факту смотрю. Сейчас вот так прямо найти вот эти вот. Ну вот здесь, вот это движение, например, вот прям верхушка. Ну, это не такое. Я имела в виду, знаете, когда очень серьезное движение на дневке, очень большая свеча, а рядом очень маленькая. Ну, вот это тоже внутренний бар, по идее. Да, но это внутренний бар, но это не самый красивый его вариант. Вот если дневной вариант смотреть, просто сейчас найду. Давайте я такую какую-нибудь пару получше найду. Это фунт австралиец, какой-нибудь попроще. Давайте мы фунта. Вот по фунту, кстати, бывает. Дневку. Крупнее надо сделать, удобнее искать будет. Да, мне что-то так удобнее. Так. Вон почему. Не нахожу вот. Красивого, хочу найти очень красивый. Ну вот, в принципе, да. Вот небольшая коррекция вот была. Надо крупнее сделать, чтобы, да. Посмотреть. Ну вот, например, внутренний бар торгуется вниз, от него происходит небольшая коррекция. Вот что целью в данном случае будет являться? Целью? Уровень?
Здесь отработал уровень, да. Я иногда смотрю FIBA от последнего движения в предыдущем масштабе. Например, вот если это дневка, я беру H4 последнюю волну и от нее отмеряю FIBA, и можно там смотреть уровни. Или если у нас есть какие-то трендовые более крупные, я всегда, кстати, вот я вам показываю отдельно графики месяц, день, неделя. На самом деле я их наношу всегда на всех. Ну, вот у меня график, на нем нанесены все разметки. Месяц красным, неделя фиолетовым, день зеленым. Потому что ты можешь даже если внутри дня торговать, но когда цена доходит до уровня масштаба МАНФ, или до FIBA масштаба МАНФ, или до трендового масштаба МАНФ, иногда внутри дня что-то неожиданное, как казалось бы, происходит. Но когда эта разметка нанесена заранее, то ты понимаешь, что вот именно это там точка, где можно взять прибыль или защитить свою позицию. Или, по крайней мере, посмотреть, как цена себя или там ведет. Или посмотреть, как себя там поведет, быть, по крайней мере, когда она подходит к этому уровню, быть рядом и быть готовым отреагировать на это. Да. Поэтому здесь, вот какие, если идет внутренний бар или какая-то другая разворотная модель, то мы смотрим, во-первых, FIBA, во-вторых, мы смотрим поддержки сопротивления от всех разметок во всех таймфреймах, которые есть. То есть я всегда держу и месяц, и неделя, и день одновременно. Я сейчас просто показываю по отдельности, чтобы график не загромождался. А вот этот бар вот, может какой? Являться вот, вот этот? Вот, нет, вот этот внутренний. Там тень выходит. То есть должна и тень, да. И тело быть внутри. Он весь внутри должен быть. Весь тогда внутри. Это внутренний бар, да. Здесь это просто скорее... для того, чтобы да. Вот, ну, вопрос был, чтобы была ясность. Что для фунта это скорее бар. Вот модель продолжения, потому что здесь нету попытки разворота. Если бы он был белый, и вот он был бы поменьше, он был бы более бычий такой, это была бы потенциального разворота модель, которую можно было бы торговать либо вверх, либо как ложный разворот вниз. Вот. Вы считали это пин-баром? Пин-бар, ну вот то, что называют пин-баром, это вот бар с такой длинной тенью, да? Нет, не совсем, да. Это, нет, это не пин-бар. Пин-бар у него маленькое тело и длинная тень, скорее всего, в одну сторону, наверное, да, чаще называется. Это все-таки мы сейчас говорим не про пин-бар, а про внутренний бар. Внутренний бар – это не пин-бар. Нет, внутренний бар – это бар с небольшим телом. Чем меньше внутренний бар относительно предыдущего, тем более качественная и безопасная модель, потому что вы можете с небольшим стопом войти либо в продолжение движения, либо ну, взять некоторую коррекцию от него. Потому что чем меньше размер внутреннего бара, тем меньше стоп. Потому что вот какой-то большой внутренний бар, они бывают, но его торговать трудно. Если он почти такого же размера, как предыдущий, то тут весь интерес пропадает. Тут радости мало, тогда уже лучше в меньшем фрейме искать. А вот поглощение, например, следующая свеча, которая обычно, тоже достаточно сильная свеча. Сильная, да. Единственное, мне поглощение меньше нравится, потому что там свеча уже здоровенная, как правило, и тут уже на свой страх и риск входишь, но твой стопик уже такой становится бодрый. Особенно если по фунту, да. Но это сильная модель, но, как правило, зато она отрабатывает дальше. В данном случае, в случае поглощения, у меня вот как-то на практике получается входов меньше. Я обычно стараюсь, если я в меньшем таймфрейме вошла, и если я вижу поглощение, я это стараюсь оставить. Вот у меня... саму механику рынка, как вы поняли? В смысле, как пришла к этой системе? Зоны, да, и через пин-бар. Я вот через пин-бара понял механику, процентов всех, как цена ходит. Не знаю, у меня как-то со временем все образовывалось. Я читала, слушала, смотрела, наблюдала. И как-то для себя постепенно выбрала это, пробовала разное. Каждый приходит через собственный опыт, потому что, мне кажется, вот кто торгует как, это зависит от характера. И каждый для себя. Дело в том, что я, например, свою систему, я из нее секреты не держу, я все рассказала. И, по-моему, мою систему можно легко понять, прочитав там 5-6 моих обзоров. Она простая, но вопрос, кому-то это подходит, а кому-то нет. Это база, классика. Так же, как я знаю других трейдеров, которых я знаю их систему, они довольны ею, но я знаю, что я так не буду торговать, мне так некомфортно. Потому что система, она, мне кажется, отражает какие-то особенности характера, темперамента трейдера, его привычки в чем-то. То есть если это как бы так подытожить, в общем-то, да, можно сказать, что в основном работа ведется, опираясь на уровни линии поддержки сопротивления, да, на положение цены относительно этих уровней, на положение индикаторов, например, стохастического осциллятора, который показывает зону перекупленности, перепроданности вблизи каких-то важных уровней поддержки сопротивления. Принимается во внимание дивергенция, если она есть. Да? Да. Вот. И когда в этих условиях возникает один из разворотных свечных баров на дневных форматах, тогда, безусловно, делается вход, как-то получается торговый сигнал, и торговля ведется
до ближайших каких-то значимых уровней, по крайней мере, в ближайших значимых уровнях, опять же, смотрим на положение индикаторов, на наличие или отсутствие свечных моделей разворотных. И для страховки позиции закрывается часть прибыли при, ну, скажем, в ближайшем каком-то... Да, в ближайшей, на малом расстоянии от точки входа, но таким образом, чтобы она смогла скомпенсировать, если что, стоп-лосс. Ну и модели продолжения тоже, естественно, я торгую. Если идет закрытие за уровнем, за очередным FIBA, я торгую в сторону следующего FIBA. И если внутренний бар является моделью продолжения, тоже ее можно торговать. И развороты, и продолжение. То есть, а вот на пробитиях уровней, например, локальных таких вот, сейчас я покажу. На пробитиях вот этих таких вот локальных уровней, когда вот уровень пробивается, например, таких входов нет, или в основном входы идут от уровней FIBA? Если на практике, чаще от уровня FIBA, наверное. То есть, допустим, видим какую-то импульсную волну, видим от нее коррекцию, и когда на одном из FIBA уровней возникает разворот, торгуем в сторону импульса, ну вот как бы до ближайших уровней, до локальных максимумов или до ближайшего уровня FIBA тоже. Да? Ну или, например, как австралиец, я торговала от FIBA к FIBA. То есть он когда шел вниз, я на каждом FIBA фиксировала часть прибыли. Ну и сейчас тоже, вот он на очередном FIBA, я держу вот некоторые короткие позиции в ожидании, что же будет там. Если будет пробитие, будем дальше держать и добавлять. Ну, просто вот ситуация такая, допустим, я вот поясню, для того, чтобы вот, ну, всем было понятно. Вот, к примеру, у нас есть какая-то вот волна. Вот такая вот волна. Сейчас. Волна, и вот по отношению к этой волне коррекция пошла. Здесь 50% где-то, наверное. Ну, допустим, да. Раскидываем уровни Фибоначчи здесь. Да, 50 Фибо, да. И от него пошли. И смотрим. Вот у нас какая-то разворотная свечная модель должна появиться. Вот, например, разворотный бар. Вот появился разворотный бар. Внутренний бар, извиняюсь. Все правильно? Ну, я не каждый беру внутренний бар, но, в принципе, да, здесь вот можно было бы тоже вверх уровень торговать. Уровень FIBA 38,2, внутренний бар здесь идет, и фактически вход здесь получается вот отсюда, да, с этой вот точки. Если на дневке отложенные, ну, здесь смотря в каком фрейме, если ставить отложенные на дневке, то buy-stop выше вот этого уровня, да, выше этого уровня. И sell stop ниже этого уровня. Тогда получается, если отложенными ордерами. А внутри дня, естественно, можно смотреть что-то другое. Потому что если спуститься ваш 4, здесь может что-то будет более, ну, скажем так, с более безопасным стопом, с меньшим по размеру. Тогда цели каковы здесь будут, если мы относительно уровня FIBA идем? Если цели я смотрю. Вот тогда я, знаете, как вот, бару, если я вот так смотрю, если тут расстояние небольшое, то есть если здесь снижение дневное было бы вот отсюда от 68 FIBA, я бы взяла цель вот как бы, ну, такой побольше. Если здесь всего небольшое снижение, я бы растянула FIBA отсюда до сюда в масштабе H4 и взяла бы там, например, 50 или 61,8 от H4 вот такое. Даже по внутреннему бару, если, да? Ну да, то есть зашла бы, если по дневному, если бы я торговала этот дневной внутренний бар, то я бы сделала так. Можно вопрос? А вы учитываете? Вот так бы я сделала. Свечей, то есть как они идут, размер свечей, как они подходят к уровню. Вот эти вещи учитываете? Ну, в смысле то, что замедление, изменение размера свечей при замедлении тренда, это имеете в виду? Иногда смотрю, да. Но торговым сигналом все равно будет являться свечная модель разворота, либо свечная модель продолжения. То есть просто изменение размера свечи, оно говорит о замедлении. Ну вот в примерах я показывала, например, вот характер коррекционной этой свечи скорее, или свечи разворотные. Вот пока, например, мы говорили, недельные свечи последние по доллар-иене, они пока могут быть квалифицированы и как коррекционные. То есть, по сути говоря, так вот я еще сделаю крупнее специально. Куда ты такую отмечаешь? Ну, я хочу сказать, что я не каждый внутренний бар я буду торговать. Конечно. Потому что иногда ты видишь, здесь был, кстати, вот вопрос по поводу портфеля валют. Вот валюты я рассматриваю те, которые дала сегодня. Вот в основном эти. Кроссы я смотрю вот в том случае, в котором сказала, когда вижу синергию по двум составляющим кросса. В других случаях я их смотреть перестала, потому что они требуют больших стопов, ну, для работы в моем фрейме. И подчас их движение, когда нет синергии, оно действительно бывает с такими ложными выбросами, которые себя не окупают. Вот
Поэтому я для кросса себя определил, что я так торгую, только когда есть синергия. Все остальные пары такие. И из них тоже выбираешь, где выгоднее, наверное, сделка, те и выбираешь пары. Потому что все скушать невозможно, их очень много. Просто выбираешь то, что там, где более понятный сигнал, или более четко виден уровень, или где, например, меньше стоп получается. Вот, или, например, там знаешь, что, предположим, есть у тебя новозеландский доллар и евро, что новозеландский доллар он ночью все, что хочешь, тебе выкинет, да, евро как-то более вероятно, что будет спать тогда же, когда и мы. Так. Выборкой. Ну, как, утром обычно смотрю, и в течение дня, раз в 4 часа обязательно, раз в 4 часа обязательно смотрю, для дневного фрейма надо смотреть раз в 4 часа, так вот, чтобы смотреть, как продвигаются сделки, если они открылись. Когда как, если какие-то новости выходят важные, тоже в это время лучше находиться рядом, если придется управлять сделками. А еще вопрос, когда вот этот вот мы поставили, да, один на два, один на... Нет, не снимаю. Потому что может быть ложный выброс. Так, да. Давайте дать как сделаем, чтобы все-таки у нас пока еще идет онлайн. Вопрос повторите, пожалуйста, свой микрофон, чтобы было слышно. Получается, когда ставим отложенники, один на buy, один на sell, срабатывает на buy. Второй отложенник, он сколько по времени стоит? Там день, два или когда он снимается? Нет, не день-два. Второй отложенник стоит до тех пор, пока у меня нет четкого стартапа по первому входу. То есть вот цена, если мы рассматриваем торговлю по внутреннему бару, да, мы ставим в две стороны, вот сработал первый вход у нас, например, вверх, и вот он идет, пока я не получила стартап, пока я не определилась с тем, что у меня это ложный вход или не ложный, я противоположный ордер не закрываю, он у меня висит. Когда я получила стартап, и я уже увидела, что цена пошла сюда, все, она выбрала это направление, и тем более, если у меня сделка уже защищена будет, то есть вся эта первая прибыль, значит, в целом сделка в безубытке, тогда можно второе направление снимать. Спасибо. Потому что внутренний бар, он действителен только относительно предыдущей свечи. Когда еще одна свеча закрылась, то это уже как бы, эта модель уже дело прошло. Вы алертами не пользуетесь? Алертами? Спасибо. Какой-то стоит индикатор, что не знаю. Я уже, честно говоря, так уже устоялась свое. Наверное, это то, что я выбрала основное. Нет, уже. Сигналы. Сигналы? Ну, сама я не программирую, к сожалению, на этом языке, который есть. В метатрейдере. Сама я не программирую. А из индикаторов вот все, что показала. Основное. А каким количеством мониторов вы пользуетесь? Как бы на рабочем столе сколько у вас мониторов? Один. Ну, хороший. Один монитор. Большой, да? А да. Получается, вот вы говорили, вы работаете по таймфреймам, да? Месячный, у вас недельный и дневной. Ну, знаете как? И они как они расположены? Можете показать? Сделки у меня дневные. Окон? Сделки я совершаю не выше, чем в дневном таймфрейме. Но если потом движение подтверждается, я ее пытаюсь оставить на более крупные. Ну, цели, то есть вы смотрите, наверное, да, движение? Цели, да, смотрю. А разметку у меня всегда на моем графике размечен месяц, на нем же размечена неделя, на нем же разметка день. То есть дневной график открыт, и на нем размечены как бы цели по месячной и недельной, так я понял? Да. Нет, не цели, а сами разметки. Вот я показываю на своих примерах FIBA, например, или FIBA, какие-то поддержки уровня, сопротивления. Потому что когда цена встречает, она может внутри дня куда-то идти. Вот чтобы мы не удивлялись, что с ней происходит, мы должны видеть все уровни даже более высоких фреймов. Потому что когда цена даже внутри дня их встречает, она их иногда очень резко отрабатывает. И поэтому вот эти разметки я взяла себе привычку всегда иметь на графике. То есть одно окно дневное только, и все получается. А дневное окно открыто на весь монитор. Но одновременно у меня открыто окно. Одно окно, ну, примерно, знаете, вот как сейчас я здесь все разметила, у меня также выглядит и мой терминал. Вот здесь пара, например, daily, weekly. Потому что иногда что-то, что я поназначаю в дни, ваш 4. Рабочий стол. Вот. Иногда что-то поназмечаешь в дней ваш 4. Если сделаешь манф, у тебя просто там возникает куча из разметок. Поэтому у меня на каждую пару несколько вкладок. Но одновременно я смотрю одну. Но это потому, что я неторопливо торгую в медленных таймфреймах. Для тех, кто смотрит минутки, им, наверное, надо несколько графиков иметь открытыми. Да. Это потому, что я медленно торгую. Да. Сейчас я в конце покажу, где публикуются обзоры. Вот. Сейчас, если есть какие-то вопросы уже по теме, в принципе, я думаю, потихоньку мы будем оно отпускать. Я благодарю за
участие в сегодняшнем клубном дне, потому что было на самом деле очень интересно. Я рекомендую присмотреться к тем разметкам, которые были даны по ближайшим, скажем, в ближайшее время, по тем инструментам, которые были даны. Ну и примите во внимание тоже эту торговую систему, понаблюдайте, посмотрите за тем, как это работает, потому что система очень интересная. Она может быть интересна, кстати говоря, тем, у кого не хватает времени на, скажем, постоянное сидение перед монитором, кто занят, кто работает, у кого бизнес может быть свой, есть деньги, хотелось бы с этими деньгами эффективно работать, но не хватает времени. Данный подход в дневных и недельных форматах позволяет достаточно немного времени на это затрачивать. Сколько вот она затрачивает время примерно? Если торговать только в дневном, то в принципе достаточно раз в 4 часа по минут 15. Если полчаса, может быть, так, раз в 4 часа по полчаса, если привыкнуть к графикам и уже дневным, понимать, да? И видеть, да. Это для достаточно. Того, чтобы смотреть за развитием ситуации. Смотреть за развитием ситуации. И вовремя закрывать. И плюс к тому, иногда присматриваться, когда новости выходят, или протоколов РС, или что-то такое очень важное. Ну, то есть, а в принципе, если все, как говорится, идет, позиция защищена, можно даже и реже, раз в день посмотреть. Ну, потому что одна свеча формируется день. Да. Здесь еще спрашивают, наращивают ли по объему сделок. Знаете, нет, не наращиваю, но здесь еще может быть особенности моего характера. Я когда пробовала наращивать, у меня что-то я начинала как-то переживать за них, и как бы хочется и раньше закрыть, и не додержать, поэтому это не мое. Пока я этого не делаю, хотя, может быть, к этому приду. Сколько шла к стратегии? Долго шла. Честно говоря. Но вот именно благодаря этому конкурсу, наверное, она у меня и утвердилась. И утвердился мой фрейм. Я сейчас показываю, где можно посмотреть обзоры. То есть не обзоры, а то, что я выложу в сегодняшний клубный день. Вот смотрите, о компании. Во вкладочку заходите. Нажимаем. Дальше Альпари в соцсетях. Прокручиваем вниз, выбираем канал YouTube. Вот. Дальше смотрим плейлисты. И находим клубные дни. Где они здесь? Вот клубные дни. Нажимайте на клубные дни, и все клубные дни, которые выложены, они здесь вы найдете. Дальше второй вопрос. Где можно посмотреть аналитику Анны? Так, Альпариф, я что сделал? Это я YouTube. Аналитика у нас скоро закончится. Ух ты. Конкурс у нас заканчивается. Это понятно. Да. Ну, пока что. Вот смотрите. Конкурсы, аналитика. Ой, аналитика. Да, это, кстати, можно внизу. Так, аналитика. А вот, по-моему, конкурсы. Потому что если обзоры рынков, там все обзоры вместе со штатными. Конкурс аналитиков. Вот, нет, конкурсы. Здесь конкурс аналитиков. И где-то внизу обзоры участников. Нет, обзоры рынков, там все вместе обзоры, и в том числе и разные другие. Вот здесь где-то ниже обзоры только участников. Еще ниже. Вот обзоры участников конкурса. Вот обзор участников конкурса. Да. И вот здесь, пожалуйста, есть разные обзоры. Они каждый день выкладываются, по-моему. Те или иные обзоры появляются. Вот здесь можно все это посмотреть. Ну что ж, да, сейчас опять переключусь на камеру. Всех еще раз благодарю за участие в сегодняшнем клубном дне. Я очень надеюсь на то, что было вам интересно и полезно. Мне, по крайней мере, было очень интересно. Вот. И приятно, что Анна никогда не отказывается от наших приглашений и всегда готова поделиться своими знаниями и своим видением рынка. Спасибо вам огромное еще раз. Спасибо вам. Вот. Ну и... Будьте с нами тоже, смотрите наши передачи, смотрите, участвуйте в наших семинарах, потому что мы делаем все возможное и даже невозможное порой для того, чтобы у вас дела шли хорошо и чтобы наше сотрудничество было взаимным и долгим, взаимовыгодным. Всех вам благ. С вами был Алексей Кузнецов и Анна Козырева. Работали сегодня для вас. До свидания, до встречи на следующих семинарах. Спасибо. Удачной торговли.